Сегодня в городе над Бугом была торжественно перерезана еще одна красная ленточка, символизирующая открытие учреждения, и передан еще один символический ключ. Новоселье праздновала первая городская детская поликлиника. В 2010 году строители пришли на старый заброшенный объект, который являлся долгостроем несколько десятилетий. Сегодня реконструированное здание, отремонтированное и укомплектованное оборудованием, уже принимает первых пациентов. Было вложено сюда более 105 миллиардов рублей. Плюс мы все-таки сделаем все возможное, чтобы инфраструктура по подъезду сюда была удобная для тех людей, которые добираются, например, или с Востока, или с Ковалевки, или с Граевки. Сделать можно здание, а подъездов не будет, невозможно будет добираться. Поэтому все здесь это решено. Это первое. Второе, я считаю, что очень и главное, что здесь будут пользоваться услугами, комплексными услугами медицинскими. Вы видите, что здесь, начиная от забора анализа крови, там мочи и так далее, и кончая, есть все возможности, чтобы процедуры различные получать. А что касается рентгенуслуг и водолечебницы, так наши детки всего Бреста могут тут заниматься, использовать эти услуги. Поэтому, конечно, это очень хорошее здание, оно нужно было, как я уже говорил, как воздух для наших детей. Брестская детская городская поликлиника находится по единому адресу Кижеватого, 74. Такая информация может привести в замешательство тех, кто не имел отношения к данному учреждению здравоохранения ранее. Однако дети и родители, которым приходилось порой ездить по 6 адресам в погоне за справками и консультациями специалистов, эту новость, безусловно, восприняли с большой радостью. В настоящее время все необходимые исследования, врачебную помощь и процедуры можно получить, не выходя за пределы одного здания, добираться до которого уже в ближайшее время станет еще удобнее. Детская поликлиника номер один в марте месяце отпраздновала свое 46-летие. И, к сожалению, так исторически сложилось, что своего здания это учреждение не имело. Поисковик в интернете с трудом определил бы какое-то помещение. Так вот, и мы работали по 6 адресам деятельности. Сегодня многие родители, когда я у них спрашиваю, как вам поликлиника новая, они удивляются, что можно в одном месте получить все виды оказываемой помощи этого учреждения. И лаборатория, и реабилитация, и какие-то клинико-диагностические службы. Все сконцентрировано вместе. Конечно, и представители вертикали власти, и сотрудники учреждения здравоохранения и строители этого объекта с введением в эксплуатацию поликлиники жителей города поздравили. Однако пожелали прибегать к услугам специалистов только с целью профилактики и оздоровления. Возможностей для последнего, к слову, немало. Некоторые процедуры в городе можно будет пройти только на базе первой городской. И, судя по отзывам родителей маленьких пациентов, сделать это можно будет в максимально комфортных условиях. В принципе, все очень хорошо организовано, везде висят таблички. Там, где еще нет табличек, персонал подсказывает, куда идти. Поэтому, в общем, да, мне понравилось. Мы очень рады, что поликлиника находится уже в одном месте, и лаборатория, и специалисты. Большое помещение, красивое, светлое, все по новым технологиям. Это очень-очень приятно, что наши дети смогут обслуживаться в такой поликлинике. Очень-очень здорово, что открытие уже наконец-то произошло. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.